Друзья, всем привет! С вами Санек. Вчера мы распечатывали сверлильный станок. Да, была распаковочка, видос. Как бы посмотрели. Кто не видел, ссылочка где-то будет вверху. Подсказка. Переходите, смотрите. Обзор на него сделаю попозже, когда хоть немного на нем поработаю. Но тем не менее, видос уже запилен. А сегодня давайте распечатаем вот эту коробку. Вот. Это должен быть здесь гайковерт с AliExpress в помощь вот этому, который я покупал год назад. Вот. Он живой, бодрый. Ну, заказал немножко его побольше. Якобы он там помощнее, вот, потяжелее. Ну, мало ли что. Вот. Как-то так. В общем, давайте распечатаем, что же тут пришло на самом деле. Может быть, какой-нибудь кусочек кирпича. Да нет, что-то есть. Так. Пупырочка просто так, ничего в ней не заложено, хотя могли бы сюда что-нибудь засунуть. Вот сторону и убираем. Мануальчик, как всегда, на английском языке. Вот так это все дело выглядит. Это, наверное, марка, я не знаю. Так, что тут имеется? Заказывал с двумя батареями. Правда, слабенькие. Всего лишь 4 ампер часа. Вот. По сравнению с этими, они, по-моему, такие же. Сейчас даже посмотрим. А тут даже ничего не написано на них почему-то. А нет, здесь 3 ампер часа. Такие же. По вышине, грубо говоря, по весу абсолютно одинаковые. Это старенькие, а это будут новенькие. Такая же зарядка, ничего не весящая. Вторая батарейка. Да, есть. Вроде одинаковые. Абсолютно. Абсолютно одинаковые. Это мне здесь прислали. Они немножко разные. Они. Вот даже можно посмотреть. Здесь перфорация такая, здесь такая. Здесь есть надписи, здесь ничего нет. Вот. Здесь есть выемка, здесь нет. Короче, также по креплениям они разные. Это вот пришло с первым гайковертом. А вот с этим. Ну, эти хоть прислали хоть одинаковые батареи. Уже плюс, да? Как-то так. Ну и сама тушка, мужики. Дальше ничего нет. Сама тушка. Ну, увесистая, конечно. Сейчас даже принесу весы, и мы их взвесим. Даже можно визуально посмотреть, насколько он больше. Вот. Я думаю, понятно. Якобы здесь заявлено, я не знаю, 550-650. Якобы. Вот. Я думаю, если фокус наведется, будет видно. Потому что снимаю на фронталочку, тут, по-моему, с фокусом беда. Вот здесь я не помню, сколько было заявлено. Надо, короче, смотреть. Ну, в принципе, колесные болты вот этот откручивает на легковой машине. Грузовика нет, проверить. Вот. Как будет справляться. И также же закручивает.
закручивает так, что дальше уже ключом они не протягиваются. А батя даже наставку ставит, чтобы сорвать их. В принципе, хватает. Ну, захотелось чего-то такого, чтобы работало все серьезно. Конечно же, откручу редуктор. Интересно, металл или пластик? Нет, это литье. Это, мужики, литье. Ну, проверим. Вообще. Почему не залазишь? Залез. Так. Первое. Вот, горит. Первое положение. Второе. Третье. Есть. Реверс. Это вот со стопом. То есть отбивает, останавливается. И можно выключить. Это на... И также же индикатор заряда батареи. Якобы вот два деления. Сейчас весы принесу. И мы их взвесим. Так, мужики, ну, приволок весы. Ага, они до 7 килограмм. Чисто сравнить. Так, 583. Сколько же будут старые? 576. 546. Все разный вес. 583. По крайней мере, вот эти два аккумулятора имеют одинаковый вес. Так. Старенький. Наш весит кило 95. Этот весит, мужики, кило 669. Вот. На пол килограмма тяжелее. Так, приволок две вот таких вот ступицы. Ну, те, кто канал смотрят, помнят, да? Ездил я на рыбалку, так сказать, своеобразную, наловил немножко железяк. Кто не видел, мужики, ну, вот здесь где-то будет подсказка вверху, что за рыбалка и где это все дело клюет. Попробую сейчас открутить вот эти гайки на гранатах. Они ни разу не откручивались, вот как привез. Здесь вот даже завернуто. Здесь такая же петрушка. В общем, попробую сейчас сначала вот этим открутить. Если не справится, вот, то в ход пойдет этот. Посмотрим, справится или не справится. Самому интересно, сейчас это буду делать в первый раз. Ну, честно скажу, вот этот их не откручивал. Но, тем не менее, такая голова, она не ударная, но довольно-таки мощная. Все, давайте камеру на штатив и попробуем отвинтить. Так, вроде пошло. Такса. Батарейка сдохла, как всегда. Как всегда, мужики. Бесполезняк. Пробуем этим. Так, а что у нас тут? Тоже сдохло. Видите, как из посылки батарейки работают. Тоже два. Что там?
они совсем печально дохлые. Так, а ну-ка, сейчас я их поставлю, позаряжаю чуть-чуть. Может быть, вот эту. Вот он высасывает энергию. Все потухло. Капец. Капец. Все, сейчас ставлю на зарядку. Хотя бы одну заряжу и продолжим. Так, ну что, продолжаем. Зеленый, зеленый. Не знаю, видно, да? Батарейки вроде бы якобы зарядились. Сейчас я их переключаю на эти. Пускай заряжаются. Камеру на штатив. Времени прошло, наверное, часа 3,5, может даже 4. За это время он наигрался со станком. Разных калибров тут высверливал. Это восьмерочка. Это шестерка. Вот. Ну, видос не об этом. Все. Ставим батарейки, пробуем откручивать все-таки гайки. Что там, запись пошла? Так, одна, вторая. Эти поставим на заряд. Во. Все три деления загорелись. Что, пробуем? Получится, не получится? Непонятно. Не идет. Пробуем другую. Ага. Ступица прокручивается. Надо зафиксировать болтом. А нет, ребятушки. Гаечка отбилась. И, если помните, она была замятая. Ну, не нагрелась. Пробуем эту еще раз. Мужики, отдолбил, даже шайба сломалась. Сейчас достану второй кусок. Ну что, аппарат, я считаю, задачу свою выполнил. Смотрите, как потрескалась шайба. Трещины, даже как ее затягивали. Вот с этой стороны была гайка. Прям видно трещины. Вот они. Ну, что хочу сказать. С колесными болтами, я думаю, справится. На раз-два. Вот. Как-то так. В принципе, тест считаю пройденным. Ну а дальше подсветка имеется. А дальше посмотрим в работе, мужики. Всем пока. С вами был Санек. Ага, был. Где Санек? Вот он. Скоро увидимся.